Мы воспитаны немного в другой среде, поэтому мне очень сложно сказать. Знаю, что в моей юности это, ну, исполняли эти произведения, да, как бы знаю группу «Гражданская оборона», знаю даже вот, что Летов, оказывается, амич и вырос в Омске, собственно говоря. Как бы, ну, я не могу сказать, что я была фанаткой, что я близка вот к этой музыке, но, в принципе, вот особенно «Все идет по плану», такой известный хит. Песня «Все идет по плану», которая тоже была исполнена, которая была сделана аранжировка Григория. Ее включили в число песен, которые изменили ход истории. Начали, ну, никто не мог представить, что из этого получится, во-первых. Поэтому там, ну, подходили, да, спрашивали, а что там, как там пишется. Я говорю, ну вот, вы увидите, увидите. Работаем. Небольшое фразировочное крещендо, но еле заметное. Дальше по 4 ноты, да, где-то без разрешения. Чуть мягче и длиннее снять. Вы просто знакомитесь с другим совершенно пластом музыки. Это не наша музыка, мы академические музыканты, и поэтому, ну, она где-то нам, наверное, чужда прежде всего. И профессионально мы с этой музыкой не растем, но мы как артисты, любой артист работает для публики, для потребителя. И то, что слушает публика, и то, что она воспринимает, да, мы, наверное, ну, это наша, наверное, обязанность донести, может быть, с другой стороны немножко эту музыку.
все-таки что-то в этой музыке есть. Понятно, что в песнях Летова нет той симфонической сотрудности, того богатства музыкального материала, которое есть в классической музыке. Но есть какие-то очень яркие, короткие темы, которые, ну, можно сказать, так бьют на повал. Музыканты всегда выстраивают ассоциативный ряд от названия. То есть, если это про Мишку, то это про Мишку, значит, это какое-то детство, наверное. Я не знаю, это песня, это чисто мое восприятие, да. Это, наверное, что-то связано с детскими какими-то впечатлениями про игрушку, что-то такое грустное, какое-то переживание. Ну, про дурака мы не будем говорить, да, это ясно, понятно, но это, скорее всего, это был какой-то другой подтекст, нежели просто про дурачка. Вот
зал пришли те люди, кто эти песни слушали не один раз, каждую из них, по много раз. И, естественно, они знают каждое слово, каждый оборот в мелодии. Естественно, им было очень интересно послушать вот в таком новом представлении эту музыку. Наверное, поэтому это вызвало такой теплый отклик и теплый прием. Лето, в первую очередь, что это тексты. То есть, и причем этот человек был очень эрудированный, да, который из поездок в Москву привозил стопку книг и всех прочитывал там за неделю. Да, поэтому его тексты, они интересны, их можно изучать с точки зрения истории, с точки зрения каких-то там философских, с точки зрения даже каких-то религиозных, как в песне про дурачка. Да, это блин, это же что такое? Это на самом деле погребальное. Вот на Руси блин, почему на Масленицу? Сейчас у нас Масленица, да, блины пекут, потому что это ритуальное блюдо. Там поется, да, что... И вот на последний глаз пятак, да, похоронные обряды. Thank you.
Я, когда готовился, делал эту программу, я посмотрел несколько интервью, и сам по себе человек-то он очень интересный, да, видно, что он начитанный, как бы, да, он, такие интересные мысли у него, ну, вот это, я опять же говорю, что я не глубоко его знаю, просто не было возможности и времени, там, да, что-то глубже копнуть. Вот, а что касается музыки, ну, там, в принципе, мелодии-то попадаются очень даже такие достойные, да, ну, вот, и так, если по-музыкански оценивать, да, которые и запоминаются, и которые легко напеть, и это понятно, что человек был талантливый, да, не просто же все это так. Это замечательные песни, ну, такие мелодии простые, жизненные, ну, в 90-х было много рок-команд, это вот, «Гражданская оборона» в Омске, ДДТ, например, и «Чайф» в Екатеринбурге, да, то есть вот регионы как-то поднимались роковые, не Москва, а причем была роковой-то столицей. Я, допустим, сегодня услышала какие-то нотки из творчества Стинга. Вот того, кого я свою, так сказать, эпоху слушала, когда училась в консерватории. И мне показалось, что что-то есть общее. Возможно, в аранжировках, возможно, именно в мелодиях. Знаете, «Гражданскую оборону» я впервые услышал, наверное, в начале 90-х или вот в это время. Но я не знал, что это «Гражданская оборона». То есть есть некоторые песни, которые, ну, которые у всех на слуху. Не был абсолютно фанатом, но как-то это мимо проходило. Потому что в то время я целиком уже был увлечен музыкой классической. Знакомство произошло, да, такое более подробное, в неожиданном месте. Я... После окончания консерватории год работал в сельской школе общеобразовательной. Были такие классы хулиганские. И вот они, я им на уроках про Моцарта и Бетховена, а они мне, ха-ха, они мне «Гражданскую оборону». Причем такие самые забористые песенки. Есть люди, которые непосредственно много лет своей жизни отдали творчеству «Гражданской обороны», знают и все песни, дискографию всех участников коллектива. И для них, естественно, такое звучание было просто как, ну, разрыв мозга, скажем так, по большому счету.
Я только приветствую новую публику. Для нас это всегда замечательно, я считаю. Для этого и мы работаем. Когда-то они придут на гражданскую оборону, а в следующий раз им захочется прийти на Моцарта. Почему нет? Есть мелодии, написанные профессиональными композиторами, да, которые много лет этому учились, окончили там композиторский факультет в консерватории. И вроде и красивая мелодия, но не запомнится, она не ляжет, не зайдет куда-то глубоко, да, не западет в душу. Так что не знаю, как это объяснить, не объясню. Пошли на концерт группы «Гражданская оборона»? Да. Я ходила на арию ходила. Я ходила уже со своим ребенком. Я ходила на ДДТ ходила. Поэтому вообще мне удивительно, что у меня дочери 26 лет, что они слушают музыку «Гражданской обороны», что они слушают музыку Цоя, зная слова. И вот это поколение до 30, оно возвращается в те годы. Профессиональному музыканту, хорошему музыканту, можно спрятаться за академическую музыку, за академизм. То есть сыграть все правильно, увлечься теми сложностями, которые встают на пути исполнения, допустим, Рихарда Штрауса или вот симфонии Рахманинова. Но при этом потерять свежесть восприятия, потерять какой-то вот дух, как бы так, заакадемизироваться. Вот. И такое часто бывает у профессионалов. А здесь очень простая музыка, если ее играть просто чисто, просто грамотно, она не произведет никакого впечатление, особенно в оркестре. И эту музыку нужно подавать с особым драйвом. Нужно не просто ее прочувствовать, но нужно, знаете, вот в силе, по силе эмоций. Нужно приблизиться к оригиналу. Это невозможно, конечно. Это невозможно. Но нужно приближаться. И в этом смысле вот эта музыка, она помогает нам играть потом Моцарта или Чайковского. А я скажу почему. Потому что и Моцарта, и Чайковского, и Шостаковича, тем более Шостаковича, нужно играть вот так же на разрыв аорты.